Добрый день! Мы находимся на площадке «Овощной город», и мы приступили к уборке нашего картофеля. Давайте посмотрим, как же предпосадочная обработка повлияла на урожайность и качество картофеля. Лучший результат в этом году показал вариант, где применялся препарат «Юниформ» дозировки 1,5 литра на гектар. Урожайность товарной фракции составила 38,7 тонн с гектара, а признаки заболевания встречаются менее чем на 6% клубней. Для сравнения, на другом варианте, где применялся препарат на основе пенфуфена и противоконазола, болезни поразили 12,8% клубней, а урожайность составила 30,6 тонн с гектара. Схемы предпосадочной обработки картофеля от компании Сингента показали себя с хорошей стороны и позволили получить прибавку к урожайности по сравнению с контролем и другим вариантом предпосадочной обработки.